приветствую вас, дорогие мои друзья, на моем канале Анна в США Анна. И сегодня, 26 июня, я вам показываю, как загорают и отдыхают гости Пенсаколы и пенсакольцы. Приезжают к нам в местечко Пердидаки, который находится на берегу Мексиканского залива. И смотрите, сколько много народа. В конце июня 2020 года. И какой великолепный Мексиканский залив. Весь полон отдыхающих. Посмотрите, сколько много людей. Вся береговая зона. Я не знаю, кто сейчас протестует, но вся Америка, мне кажется, у нас на пляже. У нас на пляже, у нас бассейн. Вот так живут американцы во время протестов, как так называемых, можно сказать, в кавычках. Никому эти протесты сроду не нужны. Все приехали к нам загорать и отдыхать, наслаждаться замечательной погодой летом. Сегодня, наверное, градусов 30. Волн нет. Поэтому хочу вам сказать, что не верьте никому, что вам показывают по телевидению. Вся Америка приехала к нам, наверное, забоялась всяких различных революций. Но в то же время, какая революция? Ну откуда? Если все низы, они вот у нас здесь на пляже. А верхи прекрасно справляются со своей работой. Оплачивают чеки еженедельно по безработице в количестве $600 и плюс 130 долларов по обычной безработице. А у кого у людей не открылись их бизнесы, то они все к нам приехали загорать и отдыхать. Вот так вот. Вот так в Америке люди, обычные американцы, у нас в основном всегда приезжают к нам отдыхать обычные американцы. Вот посмотрите, обратите внимание, это типичные американцы. Вот с детьми, семьями, видите, они как большими компаниями. Эта семья приезжает. Вот детей полно. Сколько детей. Разгар. Сейчас пятница. Как раз некоторые на уикенд приехали, на пятницу, субботу, воскресенье, а некоторые приехали на неделю. Пожалуйста. Сели на машину и поехали. Вот она, Америка. Вся она здесь у нас, на нашем побережье Мексиканского залива, в местечке Пердидаки. Вот он, наш Мексиканский залив, великолепный. Так что всем счастья. Поэтому всем счастья, здоровья. Вам тоже хорошего отпуска, хороших выходных. Увидимся в следующем видео.